Сегодня, друзья, я вам покажу первую часть «Маски шоу». Это несколько отрывков из их постановки, которая называется «Еврей и Эвридика». Я уже рассказывал, что я был у них на представлении. Я очень жалею, что многие годы не попадал, не было времени никак у меня пойти в Дом клоунов. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас я стану заядлым посетителем их представлений. Так что сегодня первая часть. Получайте удовольствие от наших артистов. Скоро, я думаю, будут новые спектакли, и я советую всем пойти, потому что там можно получить массу положительных эмоций. Приятного просмотра! Oh,